Через коммунальный мост снова пойдут троллейбусы. В мэрии объявили, что 1 апреля запустят маршрут номер 6 от ЖД вокзала до Предмостной. Распоряжение подписал глава департамента транспорта. Добавлю, троллейбусов на мосту не было с 2016 года. Из Красноярска в Анталию теперь можно улететь без пересадки в Ростове-на-Дону. Авиакомпания Azur Air открыла первые прямые рейсы с начала пандемии в Турцию. Возобновятся перелеты и в Таиланд, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Но даты рейсов пока неизвестны. В Красноярске запущены новые электрички. Один из электропоездов отправляется от станции Северной в 8:27 утра через Бугач до станции Красноярск. В обратном направлении пойдет еще одна электричка вечером. Подробное расписание можно узнать на сайте Краспригорода. Красноярец выиграл 200 тысяч рублей в телепередаче «Кто хочет стать миллионером». Владислав Тимошенко, сотрудник Роскосмоса, играл в паре с инженером из Санкт-Петербурга. Участники не смогли ответить на вопрос про Битлз и Мартина Скорсезе и остановились на несгораемой сумме. Красноярский «Енисей» вылетел из Кубка России по хоккею с мячом. В полуфинале наши спортсмены проиграли московскому «Динамо». Основное время закончилось со счетом 3-3, но в овертайме столичные хоккеисты сумели забросить в ворота красноярцев еще один мяч. В финал выходит «Динамо».